После заключения лидерами Армении, Азербайджана и России мирного соглашения по Нагорному Карабаху, армянскую столицу Еревана охватили массовые протесты. Манифестанты считают премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем. В настоящее время здания правительства и парламента охраняются силами безопасности. Напряженность в Ереване растет, поскольку армяне протестуют против решения премьер-министра дать добро на соглашение по Нагорному Карабаху. Люди здесь говорили мне о своем горе и утрате, утверждая, что не хотят принимать эту договоренность. Мы потеряли так много молодых людей. Это ужасно, мучительно для меня. Я склоняю голову перед теми, кто погиб. Я плачу. Я прошу прощения у всех матерей, потерявших своих детей. Я скорблю. Зная, как много у нас было погибших солдат, наших детей, чтя их память, мы не можем смириться с той мыслью, что Арцах должен быть территорией Азербайджана. Арцах – это Армения, и, по моему личному мнению, народ готов бороться. После того, как информация о подписании соглашения по Карабаху была обнародована, со всех концов Еревана люди двинулись на площадь республики, к зданию правительства. Часть демонстрантов ворвалась в здание. Люди разгромили зал заседаний и кабинет премьера. Позднее демонстранты вошли в здание парламента. Протестующие требовали отставки Пашиняна.